здравствуйте. Оранжево-черные продолжают подготовку к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против немецкого Айнтрахта. Уже завтра «Шахтер» вылетит в Германию, где 21 февраля сыграет против команды из Франкфурта. Горняки на тренировке отрабатывали тактику упражнения с мячом, также квадраты. По индивидуальной программе занимаются Веллингтон Нем, Иван Ордис, Алексей Шевченко. Вернулся в общую группу Валерий Бондаренко, и также сегодня к команде присоединился Маркиньос Сиприано. Валерий, с возвращением в общую группу, как самочувствие, как здоровье? Спасибо. Отличное самочувствие, здоровье, тоже все хорошо. Нога уже вроде не тревожит, позволяет работать, тренируюсь, даже не думая, что все хорошо. Уже настроены на игру против Айнтрахта? Ну, если попаду в заявку, будет классно. А как команда готовится морально к этому поединку? Ну, на тренировках все заряжены, все... Даже кто там пропускает игры из-за карточек или из-за еще либо чего, помогают ребятам, которые готовятся к игре, делают все для этого. Подписывайтесь на канал «Шахтера» в Ютубе, ставьте колокольчики и болейте за «Шахтер». Будьте с нами. А с вами была Дарья Ракицкая. Всем побед!